Один человек погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести в массовом ДТП в Ялте. Как сообщает ГИБДД Крым, авария произошла в воскресенье в районе троллейбусного парка. Не смогли разойтись на трассе «Шевроле Ланос», «Мерседес Е320» и два «ВАЗа» – «Шестерка» и «Десятка». Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель «Ланоса» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «Мерседесом», в свою очередь протаранившим еще два автомобиля. От полученных травм на месте происшествия скончалась пассажирка «Шевроле», более всего пострадавшего при столкновении. Водитель и еще один пассажир этой машины доставлены в Ялтинскую городскую больницу. Туда же пришлось направиться и водителю «Мерседеса» с двумя пассажирами. Остальные невольные участники ДТП не пострадали.